Mishpat Mutilanda Tirtha Maharaj. Итак, Гуру Пурнима уже закончилась у нас. Он явился в Гуру Пурнима. Любой, кто будет служить Вьясадеве, Гуру Пурнима, Кришна, Вьясадева, Вайпаяна Ведавьяса. Он жил в Мадхуре, потом записал Веды. Очень могущественный у него разум был. То есть даровал знания, но только с помощью очень сильного разума можно это постиг. В Кали-югу явился Кришна как Вайпаяна Ведавьяса. И сам Господь Нараяна явился как Ведавьяса. Его звали Кришна Вайпаян. Сейчас что он записал Веда? Прежде все святые книги никто не читал, только слушали. Невозможно было найти ни одной книги. Вьясадева, когда пришел, он записал, не шел, он записал Веды, 4 Веды. А потом он записал еще Аюрведу. Дандарведу, Гандарва Веду, то есть знание. Музыки, в общем, зодчество. То есть все веды таким образом он записал. Веды, потом Упанишады. Упанишады что означает? Как обрести Господа Шри Кришну? Как разговаривать с Ним? Как быть с Ним? Как понять, кто Он? Так что это знание называется Упанишады. 4 веды таким образом произошли. Потом Упанишады. После этого он записал Веданта Сутру. Маленькая книга в форме сутр, афоризмов. Брахма Сутра, Панишады, затем Пурана. Восемнадцать Опа Пуран. То есть таким образом он Сапурана, Пурана, потом Махабарата, приступил к Махабарате. В Махабарате содержится Шримад Бхагавадгита, послание Кришны, как Кришна помогает всем. Шримад Бхагавадгита. Люди, они на кого работают? Для семьи, для себя, родственников, детей, жены, для семьи. То есть зарабатывают деньги, все такое. Но Шри Кришна сказал, если кто-то работает на меня, он больше нет у него оков мои. Если это работает ради семьи, то тогда он будет связан оковами мои и отправится в ад. Таким образом, все должны следовать мне. Все дело для меня. Тогда будет хорошо.
таким образом. Кришна сказал, все предлагайте мне. Вы называете карма-йогу, это знание. Я не у них есть знание. Я не везде все ищут. Один гьяни, он столько жизни потратил на поиски. Искал, в конце концов, принял прибежище у меня, то есть у Кришны. Господь, Шри Кришна, все и вся. Таким образом, они знают, что Кришна был верховный. Например, Шри Бхактинатха Свами Махарадж приехал на Запад, он проповедовал по всему миру, и он что везде утверждал, что Кришна — Верховный Господь, и что все должны это понять. Кришна — Верховный Господь. И нужно следовать правилам, предписаниям. Так он проповедовал везде. Гурудев тоже, он путешествовал повсюду, но что же он проповедовал, о чем он говорил? Вы не должны думать о Кришне как о Верховном Господе. Считайте его своим родственником, другом, сыном, своим возлюбленным, тем, кто поддерживает вас. И с любовью все предлагайте Кришне. Вот так Гурудев проповедовал везде. Кришна сказал, Васудева Сарамати. Васудева очень Кришна и все и все. То есть, поэтому я не понимаю, но это предлагает ему свою жизнь. Кришна говорит, что все предложите мне свое сердце, бхакти-йога. Можете пойти куда угодно. Что-то там увидите. Только одни беспокойства у людей, с мозгами проблемы, все расстроены, нет счастья. Но там, где Кришна, там чистая бхакти, там все правильно. Тогда жизнь удачна. В Бхагавад-гите Шри Кришна говорит Арджуне, отдай мне свой ум, ман-мана-бхакта. Тогда ты можешь стать. Не можешь, тогда стань моим преданным, следуй мне. А если это невозможно, тогда что-то мне предлагай хотя бы. Служи. А если это невозможно, тогда предлагай мне поклоны. Таким образом, Кришна говорит Шримад Бхагавад-гите. И таким образом Шримад Кришна Двайпаяна Вьяса записал Шримад Бхагаватам. И когда он уже записал все книги, все грантхи, он вдруг понял, что не чувствует удовлетворения. И Нарада Риши сказал, «О, Вьясадева, ты же все записал.
Конечно же, ты не счастлив. Знаешь почему? Ты изложил Кришну Катху, но ты никогда не говорил о жизни преданных. Только объяснил, как обрести бхакти. Таким образом, ты неудовлетворен. Ты не можешь. Ты не можешь на самом деле по-настоящему объяснить бхакти. Какое оно бхакти? Бхакти начинается со шрадхи, саду санги, баджана крия, анатха неврити, ништхи, ручи, асакти, потом бала. После этого према, снеха, мана, праная, рага, анурага, бала, махабала. И даже больше мохан, мадан, према, виварта, столько разных уровней. Вот таким образом ты можешь объяснить Шримад Бхагаватам. Ну, ты, конечно, рассказал что-то о Боге, но ты это так рассказал людям, как им зарабатывать деньги, как наслаждаться, как делать так, чтобы семья была крепкая, процветала, выполнять свои обязанности. Ладно, записал только это. Вот почему ты не чувствуешь удовлетворения. Ты должен следовать бхакти-йоге. Нарада Риши так сказал Ясадеве. Ты записал о том, чтобы следовать варнашрама дхарме. Ладно, хорошо, да, жить в семье, жизнь будет удачная. Дети, жена, родственники. Но какой толк в этом? Все бесполезно на самом деле. Если же кто-то следует бхакти. И порой падает. Или, допустим, умирает. Что, какие проблемы у него будут? Да никаких. Никаких проблем. Если кто-то хотя бы чуть-чуть совершает баджан, следует гуру, он ничего не теряет. Жизнь его будет успешна. Если кто-то оставил семейную жизнь и отправился к Шри Кришне, предался ему. Даже хотя бы это произошло на короткое время. Как-то раз одна матаджи в Матхуре сказала мне, мой отец уже 10 лет в коме. В коме лежит уже 10 дней. Я сейчас уже хочу уйти с семьей, как мне это сделать. И я сказал, ну ты иди к своему отцу, предложи ему поклоны, а после этого громко ему произнеси харинаму в ухо. Это звук войдет ему в уши. Он не говорил ничего 10 лет. Не говорил ничего. Но ты можешь ему сказать громко, громко произнести харинаму. Один раз сделай это, а после этого скажи, мой дорогой отец, я отдаю тебе плоды от соблюдения одного своего кадыша. Видимо, она хотела его так спасти. В общем, она отправилась, сказала ему, и сразу после этого он открыл глаза, чуть-чуть улыбнулся и тоже повторил Хари Кришна. Только чуть-чуть Хари Кришна. И тут же оставил тело.
Он не отправился на адские планеты. Ямадуты не пришли за ним. Куда же он ушел? Когда преданные оставляют тело, куда они уходят? Преданные идут на высшие планеты. Вишнудуту за ними является. На райских планетах пребывает Бхагаван Вишваксена, частица Вишну, его экспансия. И его дуты, посланцы, это Вишну дуты, вот они и приходят. Даже обычные преданные, когда оставляют тело, Вишну дуты приходят за ними и забирают на эту планету Солнца, что ли, и там держат. А кто, у кого есть Баба Ситхи, они идут на Вайкунтха Даму, Галока Дхаму, Дварака Дхаму, ну, в какие-то такие места. Но пока нет Баба Ситх, все проявляются на Солнце. Ни в ад, ни на Ямалоку. Ямадута не приходят за ними. Благочестивые отправляются на лунные планеты, но преданные. Да, чуть-чуть баджан совершали, не так уж и много, но чуть-чуть, нет проблемы. Они идут на планету Солнца. Потом снова возвращаются, принимают рождение, отправляются к саду и дальше продолжают следовать процессу бхакти. Так жизнь за жизнью, много жизней. Мы уже блуждаем, движемся. У нас есть привязанности к материальному. Таким образом, мы приходим и уходим. Когда у нас идут все привязанности, когда их уже не останется, тогда придут Бава Ситхи. Бава придет. И тогда уже можно отправиться на высшие планеты. Прежде приходим и уходим. Таким образом, мужчины, женщины, женщины, мужчины, мужчин к женщинам, женщин к мужчинам привязанность. Так мы приходим и уходим. Столько много жизней уже. Нарада Риша сказал, преданные, они обращаются к гуру, следуют процессу баджана. Через какое-то время они оставляют тело, снова приходят, снова рождаются. Поэтому у многих слабость. Порой следуют баджану, а порой нет никакого баджана. Все оставляют